Здравствуйте, меня зовут Руся, и я вокальный имиджмейкер. Сегодня я расскажу вам о том, как устроен компетентный голос. Дело в том, что когда мы хотим произвести впечатление компетентного, умного, образованного человека, можно сделать это при помощи голоса. Всего-навсего голос должен звучать в грудном регистре. Вторая деталь – четкая артикуляция. Третья деталь – правильное интонирование текста внутри каждого предложения. Итак, как найти свой грудной регистр? Для этого нужно максимально низко сказать вот такие буквы «ггг», «гагага». Это самые низкие фонемы русского языка. «Ггг», «гага». Для иностранных языков это могут быть «хх», «ха-ха». Все, что здесь звучит, приводит ваш голос в грудной регистр. Итак, вы ищете свой грудной регистр. «ГГГ. Раз, два, три, четыре, пять». Именно так звучит компетентный голос. Дело в том, что наш голос мгновенно попадает в поле бессознательного человека, то есть нашего собеседника. Поэтому, когда мы звучим в груди, мы можем продавать любую фигню. Когда мы звучим в груди, собеседник считает нас супер умным и компетентным человеком. То есть, к чему я клоню? Ты можешь быть полным идиотом, но если у тебя красивый грудной голос, люди вокруг будут думать, что ты умница, профит. Так вот, как строится этот голос? Мы уводим голос вниз, ггг, следим за тем, чтобы четко проговаривались все буквы, и аккуратно интонируем. Самое важное – это интонация точки. Голос по ступенькам к точке спускается вниз. Но это будет тема отдельного занятия. Итак, пробуем. Ггг, гг, раз, два, три, четыре, пять. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы с вами рассмотрим ряд крайне важных вопросов. Если вам кажется, что ваш компетентный образ звучит как-то слишком холодно, вы такая бич-босс или неприятный начальник с холодным голосом, компетентный образ вокальный можно осветлить. Осветляется тон вашего голоса легкой улыбкой. Вы просто слегка обнажаете свои великолепные белые клыки. Добрый день, уважаемые дамы и господа! Сегодня мы с вами рассмотрим ряд крайне важных вопросов. Вот и весь секрет, вот и все. Грудной регистр, артикуляция, интонирование. Звучите компетентно, но помните, что компетентного голоса недостаточно для того, чтобы быть умным человеком. Читайте книги. Это великолепная модель телефона. Вы можете искать очень много других похожих на этот, но такой, как этот, вы не найдете никогда. Дело в том, что в нем великолепная камера, отличный звук. Обратите внимание, как много вокруг нас аудиалов и визуалов. Именно этот телефон закрывает два этих вопроса. Влияние на тех, кто мыслит картинками и мыслит звуками. Только он. Только он. Этот телефон.